Привет любителям правого руля! Наконец-то позитивные новости и на нашей улице появились. 23 ноября 2018 года сегодня, и у декларантов появилась официальная информация, что для жителей ДВФО можно не ставить модуль ГЛОНАСС на бушные автомобили. Данное постановление касается только физических лиц, и обязательная должна быть прописка в зоне ДВФО. Растаможка на юридические лица, то есть это вся спецтехника, грузовики, какие-то Mazda Bongo, Nissan Vanette, Town Ice, ну, фургоны. В общем, какая-то коммерческая техника, она таможится на юрлицо, и поэтому установка кнопки ГЛОНАСС для нее обязательна. Если вы физик, живущий в Новосибирске, в Красноярске, в Краснодаре, в Москве и так далее, к сожалению, на ваш автомобиль, который будет растамаживаться на вас, кнопка обязательно к установлению. Но еще пока сертификационные конторы не получили распоряжение, что им можно печатать СБКТС без уникального номера каждого модуля ГЛОНАСС. Поэтому прям закон еще не работает, но надеюсь, хотя бы с 1 декабря 2018 года уже можно будет получать СБКТС без этого номера, который принадлежит ГЛОНАССу и который впечатывается в каждый СБКТС. Напоминаю, СБКТС – это сертификат безопасности конструкции транспортного средства. Без этого сертификата вы не растаможите свой автомобиль, вы не получите на него ПТС. Цена очень сильно не упадет в два раза, потому что здесь убрали кнопку из стоимости оформления автомобиля, и те, кто печатают СБКТС, это их хлеб, эта кнопка была, и поэтому, я думаю, сейчас немного поднимется цена на СБКТС, чтобы хотя бы хоть как-то отбить стоимость ГЛОНАССа, который они уже не будут ставить на автомобили, которые таможатся в Владивостоке, вообще в Находке, в Славянке и на других таможенных постах Приморского края. К нам сразу же поступают вопросы от наших клиентов, которые живут не в зоне ДВФО, а если автомобиль будет оформлен на дальневосточника, но будет по договору купли-продажи продан какому-то жителю Сибири, Москвы, там, центральной части России. Ребят, мы еще пока вообще не знаем, как это будет происходить. Скорее всего, проблем нету. Потому что вы, точнее, тот, на кого был оформлен автомобиль, вы его привозите на себя и продаете по договору купли-продажи. И, скорее всего, по логике с вас не должны требовать обязательно установку ГЛОНАСС. Тот, кто будет ставить на учет с пропиской Москвы, Краснодара, либо какого-то другого города. Но это только покажет практика, а практики это еще нету. Но я думаю, все будет хорошо, никаких проблем не будет. Если что, всегда можно докупить кнопку. Мы вам ее отправим в ваш город, и вы спокойно поставите на учет с кнопкой за эти к электрику и за 1000 рублей установите этот ГЛОНАСС. Дима Медведев сказал, что это временный порядок, и во всех источниках это называют временным порядком. То есть, возможно, 1 июля 2019 года опять будет какая-то непонятная ситуация, и, возможно, мы опять не будем принимать заказы на правый руль под полную пошлину. Посмотрим. Все думают, что это какой-то предвыборный ход для дальневосточников. Я вообще считаю то, что при таком оттоке населения с дальневосточного округа здесь вообще должны убрать пошлины, сделать какие-то, не знаю, что можно завозить старые машины. В общем, стимулировать людей даже через привоз автомобилей оставаться здесь. Пошлинами, какими-то вот ГЛОНАССом убирать его и прочим, прочим, прочим. Нам уже звонят наши клиенты, которые уже купили автомобили, и они дальневосточники, и они спрашивают, упадет ли цена для них от первоначальной, которую ему посчитал менеджер при покупке автомобиля. Если уже будут полностью нормативные акты, по которым работают сертификационные конторы, растамаживаются автомобили, работает по ним таможня, то, естественно, модуль ГЛОНАСС вам не потребуется покупать, и у вас упадет стоимость на ваш автомобиль ровно на стоимость модуля.
Будем надеяться, то, что стоимость СБКТС не увеличится, и вы просто сэкономите на стоимости ГЛОНАСА и можете купить себе зимнюю резину, еще и поставить сигнализацию какую-то. Будем надеяться на хорошее. Актуальной стоимости таможенного оформления автомобиля БУ еще пока нету, потому что пока неизвестно, сколько будет стоить СБКТС без номера ГЛОНАСС, который пропечатывается в этом СБКТСе. Поэтому сейчас не могу вам сказать цену, но надеюсь, она также в ближайшее время будет нам известна, и мы ее сможем сообщить вам через наш канал на YouTube, так что не забудьте подписаться на него, также следите за нашими соцсетями. Я с вами прощаюсь, пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.